короче, и просто моргнул. Кубок Динамо 2015 года. Больно. Ты думаешь, будет больно? Будет много-много-много боли, насилия, счастья просто. А какой у тебя будет баланс? Тут вот мы уже шутили на тему договориться. Какой будет баланс по боли? Для тебя положительный или отрицательный? Для меня будет очень много боли. Мы приехали не сыгравшимся составом, а по 21-му мы уже знаем, что не сыгравшийся состав – это решает как бы в сторону боли, а не в сторону побед. Да, погоди, но 21 это же в 4 раза больше, чем 5. Да. Это же больше, чем в 4. Ну, а вот практически тут то же самое. У нас четверо ребят с других точек географических, которые, естественно, не были на тренировках, а те, кто были на тренировках, были на них недостаточно часто. Но ты все же рискнул, почему? Ну, отказываться было поздно. Думал, надо было идти за белорусов. Но на самом деле, как бы представлять Израиль для меня это более важно, чем побеждать. Поэтому я считаю, что это огромный опыт для нашей сборной. А на мое счастье, мы все-таки приехали именно 7 человек именно со сборной и взяли всего лишь одного легионера из Молдовы, Илью. Поэтому это боль того будет стоить. Тем более, ну, мы посмотрели, с кем мы деремся. Все не так страшно. Страшно, но не так страшно. А уже знаешь, кто с кем в подгруппе? Да, у нас Западная башня, боль, Князь, боль, Канада, боль, Авалон, довольно боль, да, и еще какая-то команда, тоже, я просто не запомнил. Но вот топовые я уже так перечислил. Ну, ты же уже получал от всех и раздавал, в общем-то, всем. Ну да, ну хватит, хочется иногда побеждать, как бы. Но ты же говорил, что представлять Израиль. Да, важнее. Вот поэтому. То есть можно считать, что этот выезд для вас это наоборот закладка фундамента, краеугольный камень сборной? Да, ДБН. Да, у нас один из людей, как бы, он не, практически не мог поехать, но из-за того, что вот у него очень мало опыта, он решился, в последний момент взял билет и да, приехал. Поэтому, то есть люди, которые так вкладывают, они очень поднимают настрой и самой команды, и вообще сборной в целом. Как бы и мне, как капитану, приятно видеть таких людей и легче работается. Что с доспехами у вас в этот раз? Пока что все тьфу-тьфу-тьфу. Я надеюсь, что все нормально. Кроме там одного человека, для кого привезли доспех, все со своим доспехом. Вот. Обновляемся потихонечку. То есть те, кто были в, ну, с Монголии, Русь, переходят на Европу. Оптимал. Оптимал по весу, по защите, по подвижности. Всем рекомендую. Смотри, в том интервью, которое ты мне уже давал онлайн, которое, к сожалению, Свет так и не увидела, до Кубка Динамо, надеюсь, после, ты писал, что у вас появились алибардиры в команде. Сколько здесь? Здесь у нас 1-2 человека. То есть привезли две алибарды, я, возможно, буду с алибардой, и молдаванин Илья, он у нас поставщик алибард. Поэтому будем пытаться работать, учиться работать. А что с группой поддержки? Чисто бойцы или кто-то приехал? Приехала девушка одного из наших, вот, и будут еще из Москвы ребята, отец приедет поддержать, друзья тоже обещались быть. Ну что ж, тогда пожелаем тебе удачи. Спасибо, а сегодня она мне очень пригодится. Вот, и, ну я даже не знаю, с таким настроем получать больше лайков, тебе меньше боли. Да, ну вот да, буду желать побед. Ну и, наверное, чтобы фундамент оказался хорошим. Спасибо огромное.